будет намного лучше. Всем привет, с вами Александр Сучков, и сегодня без веб-камеры, а это значит, что что-то будет такое прикольное, а именно ускоренный вообще процесс прохождения спецки, и сегодня вот я решил поиграть. Но сначала давайте я все это уберу, точнее починю, так это стоит офигенная цена, ладно. И возьму наконец-то этот, как его, АУК. Да, потому что в прошлом видео я играл с Фамосом, и он мне что-то не понравилось. Так, ладно. И сегодня мы будем проходить именно... Что мы будем там проходить-то? Мы будем проходить, значит, что мы пройдем? Я даже не знаю, что мы проходить-то будем. Мы будем проходить Анубис на сложном. Мы будем проходить Анубис на сложном, попробуем, как там все будет, но вы сейчас вот сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь, пожалуйста, на канал, потому что я уже не первый раз снимаю такого вида видеоролики, вам нравится, поэтому лучше ставить лайк. Просмотры ничего, ребят, не дают. Главное, лайки, репосты и подписки, так что подписывайтесь на канал. Ну что ж, давайте, мы начнем. Итак, вот, мы берем, значит, что мы делаем, вот. За несколько секунд, я думаю, я успею все это сделать. Давайте мы все поставим, так как у нас должно быть. Вот так. Стреляем. Получится. Перезарядка. Ну, в общем, мы, наверное, встретимся уже, когда мы будем все играть. Давайте уже начнем.
В общем, что мы этим можем сказать вообще? То, что вдвоем, если вы играете, ну, с другом, если вы выбрали Анубис, а именно не легкую, а именно сложную, то пройти это нереально. Ну вот просто нереально. Или реально, но у нас не получилось. Хотя, давайте проверим, сколько же я потратил на этой всей хрени. Так, я заработал где-то $600, и 700 я потрачу на починку, то есть минус $100. Вообще, это я все равно в минусе. Но, ребят, ну, как-то вот так, вдвоем все-таки проходили. Мы почти что прошли до контрольной точки, точнее, как и прошли. Прошел почти что я, потому что я не смог убить пулеметчика, и, в общем, да, у меня нет больше знак возвращения. В общем, если вы хотите играть в Анубис, то играйте в легкий Анубис. Это можно, это я проходил уже вчера с другом, я это не снимал, но я играл. В общем, если вы выберете Анубис, то играйте легкую, именно с другом, чтобы вас было двое. Никакой не сложной, не профи, вы не выбираете, вот, пожалуйста. С другом только можно поиграть, вот я вам советую играть или в Анубис легкую, или в Вулкан легкую. Ну, если вы уж такие вот думаете, что вы крутые, тогда уж выбирайте Вулкан сложное. Но Анубис сложное нет, я вам не советую, честно, ребят. Вот честно, вот серьезно, не берите Анубис сложное. Итак, ребят, в общем, что я сегодня вам хотел доказать? То, что вообще играть с другом возможно, и возможно пройти на сложном. Но для этого нужно дофигища знаков, постоянно доходить как-то до контрольной точки, и чтобы у друга тоже были знаки. Ладно. В общем, вы наверное, поняли. На этом, наверное, все, ребята. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем, конечно же, ребятки, пока!